Всем привет, мои дорогие друзья! Мы с вами продолжаем проходить игру Metro 2033. В предыдущей части мы вышли на поверхность и разделились с Бурбоном. Мы сейчас должны с ним, скажем, воссоединиться. Здесь опять вода. Блин, и прыгнуть-то особо не получилось. По воде прошлись, ну ладно. Блин, здесь придется идти, да что ж такое? Все хорошо, Артемка. Все хорошо, не волнуйся. Нам туда. Давайте посмотрим, что здесь тогда. Привет, мужик. Тебе уже все равно? В принципе. Так, там я с... кто-то летает где-то. Там что такое интересное. Хотя я думаю, мы туда не просунемся. Так, мне показалось, или что-то можно было взять? Наверное, показалось. Ну да ладно. Давайте двигать потихоньку. Как здесь все взросло-то. Блин, там наверняка мутант где-то рядом. Давайте потихоньку двигаться. Блин, где-то летучая тварь. Вон она. Она... Топали. Нам куда-то сюда, что ли, или дальше нужно? Нет. Нам нужно дальше. А, нет. Мы прибыли. Так, погоди. Бурбон. Или туда типа нельзя? А, погоди, мы сюда и так пойдем. Почти! Да. Почти пришли, еще один двор остался. Еще один двор? Ну это хорошо. Так, погодите, вот тут еще какой-то есть. Подожди, давай еще не он. Фильтр. Ох, как себя тут разорвал-то, бедняга. Так, блин, бурбон. Блин, да что ж ты все время убегаешь, а? Что же это такое, а? Так, он куда-то туда убежал. Давайте здесь посмотрим. Здесь он фильтры есть и патроны. Так, видите. А. Блин, что-то хорошее, а вот подобрать, судя по всему, нельзя. Меня это печалит. Блин, там где-то... Блин, там этот летающий гад. Бурбон, ты в порядке? Давай вперед двигать. Ну давай. Так, нам явно не сюда. Вот дерьмо-то! Слышишь это? Давай понемногу отходить. Так, на нас сейчас будут нападать, я так понимаю, да? Нет, печально. Да умри ты. А, тя-тя-тя-тя. Главное, есть желтый снег. Помнишь? Да помню, помню. Так, еще бегут. А, тя-тя-тя. Так, игра. Неподходящий момент. Решаешь. Вдруг затормозить. Блин, зря я перезаряжаюсь так часто. Да чтоб тебя. Крыса ты здоровенная. Так, 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 так. Перезаряжаемся быстрее. Блин, да сколько ж вас тут, а? Так, прячемся за Бурбона. Блин, как суслики вставить на задние лапы, серьезно. Блин, ну быстрее перезаряжайся, Артём. Ах, ты ж сзади! Куда, куда? Ну, ладно, ладно, уговорил. Давай! А, вот так. Фух, получилось у нас спастись. Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Надеюсь, что это нормальные друзья, а не как на Рижской.
слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. У меня дурное предчувствие. Я помню эту решеточку. Надо просто... Надо бы снять противогаз, Артём. Чёрт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Все в норме. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину так к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Да, похоже, мы нарвались. Ладно, хорош. Не на тех ребят. А то придется его тащить. Пошли, закончим позже. Двигай, двигай. Немножко даже жалко Бурбона. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Оу. Так, давай-ка сюда его мешочек-то. Главное, да чтобы нам не спалили. Хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Ладно, он сюда хотя бы не заполз. Так, надо снимать-ка. Так, вот это, о. Патрончики. Что это такое? А. Так, вроде бы все забрали. Ой, ёшкин. Так, надо его как-нибудь обойти, слушайте. Так, надеюсь, здесь... Шибко все темно будет. Нам надо как-то к Бурбону пробраться. Так, давайте попробуем сюда куда-нибудь. Ать, включим свет. Так, главное, чтобы нас не видели. Так, давайте вот здесь еще выключим свет. Так, надеюсь, нас не видит здесь никто. Здесь есть кто? Нет. Так, здесь тоже надо выключить свет. Кто к нам тут заглянут, вдруг какие-то неожиданные гости. Не очень приятно будет с ними общаться потом. Так, а здесь у нас что? Здесь ничего? Ну ладно. Значит, отправляемся туда. Ладно, хоть не обращать внимания на наши шаги. Так, кто-то есть. Главное, чтобы он на нас не смотрел, мы тут пока прокрадемся и выключим свет. Вот так вот. У них там крысиные бега, что ли, какие-то. Так, давайте его как-нибудь сзади, может, ребята, попробуем обойти. Говорили мне не жрать эту дрянь. А я не послушался. Вот бы... Так тебе и надо. А, что это было? Что это было? А, погодите, вот же ж. Калаш! Ура! У нас есть калаш. Ура. Так, слушайте, вон там вот электричество есть, вырубить бы. Думаю, до утра бедняга не дотянет. Думаешь, правда, пытать будет? Может, но это по настроению. Если лень будет, может просто мозги разнести. Неплохой вариант. Ребят, вы разойдетесь как-нибудь? Да, разошлись, это хорошо. Так, нас никто не видит. А что ты о новом хозяине говоришь?
Вот так. Что за вопрос? Так. Я на него пить. А что я сделал-то? Он жесткий, чувак. Собственно. Да, он башка видно. Он светится, я нажал. Ничего не поменялось, по-моему. Так, идет сюда, походу. Жалко, правда, что старый. Так вот. Оу, там сверху еще ходят. Печально. Так, ну давай, сваливай отсюда. Я не знаю, я вроде его нажал, а... Или надо зажимать? Уходи давай отсюда уже, уходи! Блин, как бы нам тут... Да блин, чё... Ничего не поменялось. Так, вас увидит, интересно. Так, ух, ё. Ну чё, сообразил? Так, там кто-то есть. Тут обойти как-нибудь, чёрт побери. Блин, а. Так, может, не увидит? Не, не увидел. Да что? О, всё, ясно. Ясно, понятно. Засунь себе свои гранаты. Все как всегда. Все как всегда, я жуткий неудачник в этом плане. Не получается у меня в стелсе. Ты еще живой? Да умри уже, а. У тебя ягодицы полные патронов уже. Так, кто где еще остался? Ох, ёшкин! Да чтоб вас! Перезаряжаться не будем. Так, где его там? Ранило? Даже троих как минимум убили. Так, ага, еще в минус ушел. Там кто-то есть. Слушай, да, похоже, прям с одного патрона получилось его свалить. Давайте посмотрим, что здесь. Вот так. О-о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 -
А-а-а! Надо было куда-нибудь сваливать. Ладно, давайте загрузим последний чекпоинт, вроде недалеко. Так, сейчас мы выключим свет, и он умрет, да? Блин, кто это сделал? Башенный перец. Идиот, вот он кто. Думал выпить с нашим хозяином, все ему простят. Вон кто там ходит. Но оно, может, так и было бы, если бы хозяин был прежний. Да, точно. Нам куда? Нам нужно куда-то туда. Столько вопросов, что хоть иголки под ногти втыкай. Думаю, до утра бедняга не дотянет. Думаешь, правда пытать будет? Может, но это по настроению. Если лень будет, может просто мозги разнести. Так, о. Так, надеюсь, вот здесь мы пройдем как-нибудь побыстрее в этот раз. Так, нет, это я за... Так, нас, похоже, увидели, да? Судя по всему, да. Перезарядиться надо было. Блин, главное, не идут сюда. Если вы знаете, где, что же вы не идете. Ладно, побежали. Да чтоб меня. Блин, а. О, все, наконец. Ёптель, ёптель, валим, 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 валим. Блин, надо это... Ладно, пускай убивают. Черт с ним. Как-то вторая смерть как-то не очень приятно. В общем, сейчас сделаем все по-умному. Его, по-моему, кто-то убил, серьезно. Не знаю, кто именно, но... Судя по звукам... Как будто бы кто-то...
Ну, короче, такое ощущение, как будто бы кто-то там каким-то дротиком его, что ли, убил. Или что-то подобное. Это ганзовские их убили? Так, надо двигать. Так, вот здесь. Так, нам бы как-нибудь отсюда выбраться, честно говоря. Понятия не имею, каким образом. Так, надеюсь, нас не видят. Ёптель, там сидит один. Надеюсь, не увидит. Ух, вроде. Вроде получается. В этот раз вроде бы все норм. Так, вот там еще один сидит. Так, давайте-ка обойдем его. Че он там смотрит? Сортирную дырку. Че в нее смотреть? В нее надо другое делать. Так, а куда я, собственно, пришел, кстати говоря? Вроде даже не сюда. Да, совсем не сюда. Ладно. Пускай дальше смотрит. Ты друг, нам только лучше. Так, нам куда-то сюда, да? Ладно. Топаем потихоньку. Где внизу нельзя прокрасться? Где монет? Жаль, ну ладно. Блин, сколько их здесь, а? Ёшкин. Так, нам вот сюда. Ах, блин, не то нажимаю. Так, погодите. А-а-а! Я по кругу прошелся, черт побери. Что такое, а? Как так? Ладно, давайте попробуем обойти здесь. Так, извиняюсь, меня тут отвлекли. Продолжаем. Так, блин. Тут ходит. Может, он там, как можно будет за ним пройти. Хотя... Давайте вот так лучше пройдемся. Ух ты, ёптер. Вы нас не видите, ребят. Свистун грёбаный. Фух. Так, вроде бы мы прошли. Наконец-то нашли, куда нужно идти. Блин, здесь ни черта не видно. Я не знаю, надеюсь, на записи нормально все. Ау! Что ты орешь как? Не ори так. Не убили же. Так, тут надо перепрыгивать. Хьюптель там вот ходит поверху, товарищ. Так, обойти нам здесь. Дать никак. Хотя там, кстати, куда-то вниз можно спрыгнуть. Как-нибудь. С этой, что ли? Ну чё, сообразил? Пока нет. Давай, иди отсюда. Я ничего подозрительного тут не вижу. Чё-то голова не варит. Чё тут происходит? Никого. Крыса, наверное. Да, здесь крыса. Всё, пошёл отсюда. Ты как-нибудь другим путем пойди, вот так. Одевай. Так, надеюсь, нас тут не видит. Давайте-ка чапаем, нам сюда, кого кажется. Ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это одноглазый или гоноход? Артём! Чё за Артём? Ну, Бурбон, раньше стрелял бы, а? Дурак. А ты кто такой? Можешь опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он.
Ну, в принципе, да. Мое имя Хан. А, я тебя помню. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь в Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь раз... Что ж, мудрое решение. Да не то слово. Призраки. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Да, всегда так бывает. Ладно. Поехали дальше. Так, Хан. Хан, ты где? А вон ты где. Блин, я обожаю музыку в этой игре, серьезно. Один из самых лучших саундтреков. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. А из-за чего так? Не подскажешь? Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Ох, ёптель! Некоторые называют это пением тонами. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Ох, много всякого можно придумать. Я знаю этот тоннель. А он знает меня. Идем. Ну, хорошо. Надеюсь, тут прям таких больших опасностей все же нет. Это очень опасный тоннель. О, привет. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет, иначе нам придется остаться тут навеки. Стой, не убегай. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Какая-то тень. И ушки пистолета. Какие-то тени живые. Странно это. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Хорошо. Так, а где они? Ох, ёптин. А. Идем же. Вот этот товарищ, судя по всему, это был. Так, вот здесь патроны. Блин, сколько у нас их, а? Прям закупаться можно. Чем-то крутым. Так, мне кажется, здесь опять что-то будет. Мне не нравится. Этого был. Да, там кто-то есть. Маленький парнишка, что ли. Мама! Где ты? Мне кажется, это какие-то, видимо, воспоминания о том, что происходило здесь. Наверное, я прав. Если нет, поправьте меня в комментариях. Так, игра хватит. Так, здесь тоже что-то сейчас будет. Мне это не нравится. В сторону, Артём! Однако. Призрачный поезд. Этот прикольно. Тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Значит, я был прав. В принципе, до этого легко догадаться. Идем же. Да, я с тобой. Не волнуйся. Какие-то растения опустили свои корни. Как они
переживает здесь, не пойму. Видимо, мутирует, как живые существа. Замри и смотри вперед. Что где? Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. И как нам? За мной. Но не отходи ни на шаг. Хорошо. Двигай. Надеюсь, тебя-то не пропустят. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай... Фух, прошли. Молодец. Как я ты только до всего этого чтобы догадался? Это осталось нашей тайной. Это немного личное. Ты случайно не был среди этих ребят? Я был с ними, когда они погибли. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались и рай, и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Интересное предположение. Я единственное не особо помню, на самом деле. Дьявол. Всю вселенную. Точнее, книгу «Метро 2033». Не шибко помню хорошо. Там то ли во всем мире случилась ядерная война, то ли только в России. Кто-то там явно кто-то есть. Сосредоточься. Да я готов, как никогда. Открывай! А, можно подойти. Окей. А? Привет. Дьявол. Ох, ёптель! Носач грёбаный. Что ж ты меня как пугаешь? Тут открылось ещё. Этот несчастный студент. Положение там становится все хуже. Печально. Ну что поделать. Так, ладно. Мы рядом. Идем. Я с тобой. Да, идем. Беги. Блин, радиоактивные грибы меня немножко напрягают. Фух. Аномалия? Хан был удивительным человеком. Не похожим на других людей. И даже не очень похожим на человека вообще. Я бы скорее назвал его магом. Только их не бывает. Нравится мне здесь озвучка. В общем, надеюсь, вам нравится это прохождение. И игра в целом точно так же, как и мне. Вот, но на этой ноте я попрощаюсь со всеми вами. Поэтому желаю вам удачи. И пока.